пятницу на стадионе «Текстильщик» прошел очередной матч первенства России по футболу среди команд зоны «Запад». На этот раз противником ивановского клуба стал смоленский «Днепр». Несмотря на обилие острых моментов, в первом тайме счет открыт не был. А на 14-й минуте второго гости распечатали ворота «Текстильщика». Счет 0-1 оставался неизменным до конца игры. Таким образом, домашняя серия красно-черных завершилась поражением. Что происходит? Наверное, потеряли уверенность. В домашних выездных матчах действительно играют раскованно, все получается. Но еще же говорю, сегодня качество игры, сегодня многое получалось, создавали очень хорошие моменты, подвела реализация. Любопытная деталь. «Текстильщик» не может обыграть дома смоленскую команду вот уже 21 год подряд. Это что-то вроде футбольной кармы. Возьмите обратную сторону. Мы не можем на протяжении нескольких лет не то что ничью там заиграть с Смоленском, мы постоянно почему-то именно этой команде проигрываем дома. Да. Я повторюсь, наверное, но сегодня, видимо, удача была на нашей стороне. И поэтому такой результат. Домашнее поражение спровоцировало падение «Текстильщика» в турнирной таблице. Сейчас команда занимает третье место и вот-вот вылетит из тройки лучших. Наталья Романова, РТВ Иваново.